Хорошо. А по Иблину обещал вернуться как раз по Толе. Если честно, посмотрел бои Иблина, многие, да, то, как он работает при смене стойки, как он не боится вообще ничьей борьбы, считает, что она у него самая крутая, да и его боятся, да, и не лезут на рожон. Миддл-кики очень хорошие, ногой по корпусу пробивает. Одним словом, если честно, ну, максимально разнообразный, разносторонний боец Иблин, который непобежденный, голодный, на пике. Мне кажется, один из самых сложных соперников в карьере Толи, ну вот прям 100%. Как считаешь ты? Ты видел, как он работает, как его побеждать? Ну, он очень хорошо борется. Он, как ты сказал уже, очень хорош в стойке, меняет стойки постоянно и не боится, лезет в размен. Его тяжело столкнуть назад, такой заряженный. Это будет такая серьезная проверка для Толи. И бой будет такой, я думаю, бой будет зубодробительный, как можно так назвать. Потому что я работал и с Толи, и с Эбланом. И это два. И Толи может и ударить, и побороться. И Эблин Джонни может тоже и ударить, и побороться. Так что и оба такие с характером. Так что будет тяжелый бой такой. Ты вот как раз поработал и с Эблином, и с Толей. С точки зрения как раз своей физической мощи, ты боец чувствующий, да, по каким-то внутренним твоим ощущениям, они прям вот очень близки именно с точки зрения, знаешь, такой природной физической дури. Да, они очень физически сильные, но есть такое, но я не могу их сравнивать, потому что когда я работал с Эблином в Америке, у меня вес был 100 килограмм, 101 где-то. Сейчас у меня вес 108 килограмм, 109. И я уже это уже другой боец. Как бы у меня физуха совсем другая. Когда я вешу 101 килограмм, из меня Валик просто котлету делает. И когда я вешу 109 килограмм, мы уже с Вальком упираемся, уже что-то я могу сделать, где-то он меня переведет, где-то я его переведу, где-то я его клетки подожму. Так что, когда я был с весом 100-101 килограмм, было тяжело бороться с Эблином. Но у него вес 97-98 был где-то. У Эблина? Да. Ну, то есть он гоняет больше Толи? Ну, не больше, но 97-98, 95, ну, 95-98 килограмм у него такой был. Я думаю, это как Толя. Еще одна небольшая твоя ремарка по поводу ударной техники Иблина. Он работает вроде бы много на руках, но удары довольно размашистые. С точки зрения именно собранности, да, и работы в челноке, кажется, у Толи должно быть определенное преимущество. Так ли это? То, что, ну, это видит со стороны, ты это видишь все изнутри. Как считаешь? Ну, я думаю, что, если честно, ну, по мне кажется, что небольшое преимущество будет в борьбе у Иблина, а в ударке как раз-таки, да, у Толи будет. Толи бьет более короткие удары. Но Эблин тоже хорошо работает на руках. Я с ним работал, было так напряжно с ним.